на землю не перейдем. Так не, оно ж клетка впитывает, а там все равно вода. Оно забрасывает, и у меня ноги мокрые. Ну, я ж бегал уже. Вы что-то на ДФ-ку решили смысл. Если бы хоть сухо было, я бы побежал. На ДФ-ку. А так... Денис там живет. Мы там проводим, чай попьем. Я доберусь. Потом до Никоненко заползем. Он командовал, что делаете по воскресеньям пробежки. Многим типа неудобно сидеть, не знаю. Не знаю, мне удобно. Когда по воскресеньям, тогда не очень. В воскресенье надо отдыхать. Это тот день, который... Согласен, да. Готовы? Да. Давай, больше никого. Я неделю назад только говорил за перепады температур, тут гак опять. Я даже, когда в среду новые тренировки у него назначили, все закрыто, я договорился, там генерал, он уже перестал. Они говорят, что за всем, генератив на 27, приезжайте, чтобы никто с проверкой не пришел. Я его без 27 еще темно, в ТСКА, он плывет, как бы, а мне что делать, короче. Ну, как бы я переодеваюсь, что я вот вышел, мы вышли когда в среду в Киеве, минус 21. О, на машине, минус 21. Я оделся, еще одну кофточку одел. Среда. Так хорошо побежал, вообще. Ну да, по морозу. Если правильно одеться, хорошо бежал. А эти самые с нефтехимика, дельфин, я смотрю по инстаграму, в Меком. Поехали. Плавают мехонки, это не продержим, спасибо. Это что? Это... Вот это Борисова неровная, которая там тренера и их воспитанники. Дети там колесник. А, ну и, кстати, да, Аминаш это тоже. Ну, Аминаш с этой Саней полетела, поехала. Они сколько туда брали, ну, как бы, а у меня Ольга улетала. Сначала во вторник должна была играть, улететь. Я думал, туда привезли. Потом рейс перенесли, в общем, аж в среду вечером. Все, Борис мне позвонил, говорит, ну, какой смысл должен туда прийти? Да. В этом плане. У него там, тут же с Борисом он тренируется, а там же он тренируется с Емельяненко. Галина Владимировна, это что, вот это тренер. А что это? Да, что-то я видел в Фейсбуке. Да. Это, ну какой думаю смысл? Да тренируйся, тренируйся. Бассейн есть. Она его там убивает, где он выходит вообще. Сколько, полтора часа тренировка? Да, где-то, ну, по тренировку получается. У нее вообще полтора часа тренировка. Она считает, что ты за час должен проходить менее 3 километров. 3,5 Да? Это же дельфин. Он, конечно, когда первое время попал, он вообще... Перепад. Я не могу. А потом нашел корму. Как он набрал. Мы были... Мы все две в Израиле. Приехали, 62. 5 килограмм набрал. Ничего себе. Ну, не лучше, чем масло. Не жира. Так, у него летом было, что он наоборот, ну и весной прошлым. Ну да, уже сейчас видел. Забросил? Да. Наоборот, наоборот. А рост? Ну, расти пока практически перестал. Мне только 76. Маловато. Ну да. А размер ступни? Не, запасно слабо вообще. 40-41. Ну она не будет мне больше, у нас нет обуви. Большой цвет. Ну да, генетически. Руки длинные, да. Того, не знаю, очень длинные. Аж до колена висит. Размах рук больше, чем рост, да? Да, да. А ветра нету, нормально сегодня. Нет, тут нету, там должен быть. Там будет, да? Если я вышел в центре, там не было, надо походить в время, то ответить. Нам остальное будет.
система до моста доведет. Да. Точно. Это получится. Как раз пятерка у меня. Пятерка. Больше будет. Все, разворачиваемся. Это петелька, ага, петелька. Да. Это вот это подхватим, встретим. Да, город пустой вообще, я говорю, шел 20 минут. Да, у меня было. Ловят последние дни локдауна, да? Сейчас. Да не знаю, по-моему, кто это самое. Локдауном они лоханули. Почему так бед? Курзалы якобы закрыты, смотрите. В России бассейн работает. Сумки под спортивными. А когда открывают? Вчера до открытого. Скапало. Прислали расписание. Я просто подписан на Silver Swim серебряный, как он Даниил. Да, я знаю. В Москве на крутые упражнения есть. Посмотреть, что он показывал мне все равно. В это время. Ну молодцы, я считаю, что приехали. Еще можно понять тренажерный зал, да, на бассейн. Вот метро там лежит. Ага, биток, биток. Да. Вот как тренажерный зал. Тренажерный сделать там и так, как правильно. Дистанцию. Чтобы дальше будет. Тренажерки просто там же касаешься. Да, там летали, на летали, отдыхали. Этими руками не вытираешь. Руки потом помыть. Мне сказали вчера родители, что вроде вакцину завезли. Скажи, вы вакцинируете. Ну, никто не хочет вакцинироваться. Да. Ну, я решил 50%. Да? Да. Нафига-то дойдут, это синоват. Нет, можно освободить, непонятно. Не хочешь, да. Первый под удар медики. Конечно. Особенно там в Америке, в Нью-Йорке, девал народу. Стартом беговым я смотрю, трейлы в основном висят вживую, а то все онлайн. Да, все, опять понятно. Смотрел, мало строк. Да, ну сейчас вас повысится. Да. Сейчас повысится. Да. Покончил раз, не будет мастер. Еще даже... Построили инфраструктуру, все понакладывали. Не, но она останется. Да. Ну, в Японии, да, это не Бразилия, оно поработает. Даже бегунов мало.
Да. Там мы вчера были еще на приезде. Мы ехали поздно, в начале 10-го. Ага. Мы в Польше подъезжали. А да. Я пробки простояли. Да. По четверам. Тут по первой матке ни одной машины. 10 минут. Как сели. 10-го. На следующей неделе опять так снега пойдет. Да, 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 осадки. Морозов таких не будет прямо. Ну, осадки. Да, все подумали, что дождь будет, а он такой вот моросится. Грязь не да. Бомбардировщики. Куль, привет. Стали местными жителями. Да, то есть, более первая волна, знаешь, что как. Да. Время для сбора в спортивном. Кипр, Турция. Да. Египет. Так, это в детстве. Не, ну 31 градус был. Египте, ну да. Там сбора и еда. Только по плаванию. Хорошо. По плаванию только, да. Это там не сильно прям. Она не плавана, мертвая. Все подкурили, подкурили. Барселоник на набережной для проезда. Болевича, при этом лучшим городом для здорового графика. Писали про культуру, что походом. Недаром там рекорды ставили в Валенсии. Набережная, есть как Яфа, на километров 10, в одну сторону, прямо от Убея Румона. Значит, и толпы, бегунов, каких только угодно, девочки, мальчики, голые, раздеты, да, триатлеты, блин, ну. И у самого, как бы, мотивация. Да. Автоматически. Сразу. Ну вот я же у них взял марафон Тель-Авив 2020. Они успели его провести. И все, закрыли. Случайно успели. Ну, лоханулись мы уже. Ну, он в мейджор не входит. Было 42 тысячи человек. Вот
что они начинали это все делать в 80-х еще, а у нас в нулевых. Вот и все. Неделю назад все от снегу было. Ну что, ему что, дорожка? Да. Он быстро прошел. Это вот за вчера. За вчера, да, за день. Вроде травы мне сказал Руслан, будет закрывать 1 февраля. А золотонос все ты начала. За ремонт? До лета обещал сделать. Это будет круто. Да, намного быстрее доезжать. Да? Раньше 20 лет. Полгода за тут. Самое интересное, что это не сильно сильно. Хоть кто-то кому-то делал ремонт по гарантии. Да. Ну конечно, пары понеслась. Фира упал там на этом лежащем полицейский. Хотя живет тут. Нет. Немало нас, может, уже с тобой говорить. Да. А то она одёрганная, то лучше. Для спринта. Ну вчера по Днепру мы ехали через Юмор. Рыбаки посреди не сидели, ловили рыбу. Это в додике. Пробоины такие видно. Там же течение бывает. Конечно. Не то, что стоячего вода. На море. Попал теперь или где? На 380-е, кто типа это сделал. Mm-hmm. Не, не видел. Ну, да, она там немножко такая. Не есть, как какой-то типа корзин. Ага. А, на круги намотало. Не, она походу туда и назад. Ванилия там. Слышишь, я на этот, как его, на крещение, ага. Нашел воду, вода теплая, реально, ну было минус 20, а, ну, вот, сразу, да. Блядь, думал, охеренно, никогда такого ощущения. Первый раз присел, и, ну, спас, догнал всех сосудов, я не могу вдохнуть, угу. Залезь, думаю,
Ага. Все относительно. Сюда, я думаю. Там прям. Да, там прям. Во-первых, шок, а во-вторых, да, она холодная. Все сжимается. Да. Хотя бы два раза, где ты купаешь, что вот. Да. Зашел плюс. А, так так. Да. А, и смотрел, вот, на той неделе, то, вот, да, в воскресенье, когда чувак, лыжник, там на 200 чемпион подписали. И он, короче, и неделю, типа закалялся. Выходит из дома, у него типа как бассейник такой. Ага. И там лед, все дела. Что-то там первый заход у него там был на минуту. Ага. Он грузился на минуту. Вот сюда, на лесу. Да, да, да. Все, первый. Моя тетка. Хорошо, да. На следующий раз. Да, пока хорошо. Пока что мы так. Ага. Прошло так, что 8-10 день. Они пошли, короче, на аэропорт, на их, там, наверное, он, короче, так, вы бегите, я догоню. Он продолжал, короче. Thank you.
камера. Чисто стекло внизу. Да. Ты что, вытягиваешь струну? Нет, просто тут ветреный участок, когда пройти по двери. В центр пойдем через старый завод. Лучше пойти по приходке через переезд. Так я так и говорю, имею в виду центральная, чисто по расположению дорога, а не, да. А не через вагонзавод. Я так на велике еду. Андрей.
пішохода відпадає. Ага. Я на 28-му в'їхав сьогодні. Мічуріна. Молодежний Мічуріна. Говорите за нас. Я цікаві запустили, так як хтось. Ага. Мені кажуть, там просто нема. Проєзд там можна бути дивлюся. Так, так. Ось там люди. Так, я загалом проїхав, я вбив. Вон уже погода є, я... Тільки зараз узнав, так? Так, де там. Полтори неділі назад. На крас поїхав. Зразу біля сюди. А, іди. Не, знову маршрут такий, як мені думав, що там маршрутки були, то там рублів 8 був проїзд. Зараз. Ладно, то що. А я маршрут не подивився. Mm. Реконструкція. Так, большая. Великий будинок, так. Тут люди сознали. Люба стройка, це великий будинок. Да. Стройка века. Да. Еще попало построить. Как-то так получается. Он копал 53 года за 50 дней. Сейчас он будет проводить 100. Ну только дома, короче. Это этот карназик. Без переездов. Карназик, да. Без переездов, без сразу, сколько мы там уже пошел. Мне кажется, это не будет еще сам. Сейчас мы интенсивно готовы с этим. Я бы сделал. Откачивал. Да, кормили там массажисты все эти. Денис включил вторую передачу по 5.09. Пошли. Его нет. Мы по 4.3 бежать. То есть на новости получили. Настроим вообще бегать. Да, это максимум на 5 минут. Все. Успеваю смотреть по сторонам. Так. Это смысл. Нет, не загадывал. Пробежек на деньях и мой. И вот так, снег выпал красиво, туда-сюда. Как топил. Слюни текут, сопли текут, все это. Глаза ни хера не лезут. Потом прибираю домой. Думаю, где я делал? На первый день я не делал. Нет, выключили. Потом же мы надо исправлять. Потом посмотреть луну, стрелять там поля. Бегу минус 15. Чистки поеду, но не хватит. Реально чистки поеду. Ну да, да. Мы перестроились еще. На зиму. Да, я в школе приехал, конечно, рядом. Думаю, была возможность. Особенно на Катишин. Карпаты поехали. Ага. Или как Борзенко зарвался. Он на щеках был вас. Ага. Это отменили. Не, он уже все пробежал. Не, он-то побежал тут. Чего? Он там? Побежал тут. Там, 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 отменили. Там отменили, это точно. Я переписывал. Он на переху бегать. Ну да, он помнил где-то купивичек. Чего? То есть. Он планировал все, готовился. Где-то за 2 недели я ему пишу, говорю. Говорит, что нет, такое подозрение, говорит. Ага. Я типа по-любому пробегу его, типа, где я был там, не состоял. То есть, получил какой-то правый танк. Вот,
велики не об'їздили. Радіус з такими, це ж мусор. Бігав радіус 20 кілометрів. Там возьмеш. По трасі не буду бути. Машина вже нормально літає. Велик вона вже приїздає там немножко. Да хотя бы на Филиппу. У меня на этом берегу еще остались места, которые хочется побежать. Мне хочется с билетов скинуть, вот это широкая галка там называется. Да, да, да. Вот это там такой подъем. Нет, там есть там. Потом хочется до Нухлевского бежать, да. С Центропарка и обратно. И хочется на Тиковский карьер. Там уже остались такие места, понимаешь, это у меня будет только 50, который все равно, да, он мне не готов. Это надо либо максимально туда подъехать на транспорт. И вот как раз один из вариантов, это туда кольцо на Чиколовку, там между Тимпатками получится. А то если будешь бежать, можно тебе больше. Потому что в чем там прикол, что там магазины каждые 5 километров. То есть любой момент, не надо с собой так ничего пустить. Я, например, первый 30-35. Плюс 5 градусов. Показываю. Побежал. Потом 60 километров, все будет. 65 километров попал. Вот такая вот дорога. Мне на 11 апреля марафон запланирован. Первый официальный. В Запорожье поеду. Ну тут не как раз в плане полностью. Да. Если там не полный, то можно будет 30 пробежать. 5-27. Так что красные места можно будет не рассекать. То есть готовлюсь марафон бежать хотя бы, чтобы 5 баллов тут взять. Вот такой где-то, чтобы где-то в 3.45 было. Я помогу именно в этот день. Я бежал 25, я 4. У меня 15 марта, там 20 марафон. Я, короче, на дорожке бегал. Ловил себе то, что он позволял. Начинал. На последний билет у меня типа проверочный был. Я готовился на 3 часа. Я пробежал 33. Было тяжело, я думаю, потом 65 не вытерло, ну, по крайней мере, долго, это нормально. Шел на рекорд. Да. Ну, то есть, я подошел на заднюю. Мой набрал, до расчета. Дела. Какой-то мой прибивал. И не пешком, вообще так и так, как там, марафон пройдет. Так, а на новый марафон придут старые, еще и новые регистрации. Не-не-не, Баша Алтина. Они изначально сделали так. Они сказали, что этот марафон Баша, но ваша регистрация автоматически вернется типа на октябрь. Ну. Я думаю, что сами, но вообще я уже посчитал, что будет. Как бы вернулись все назад к моему проживанию. Потому что я решил сэкономить и когда заказывал проживание, там было пункт, типа, без возврата без оплаты. То есть получилось, я сначала забронировал одно место на 5 косарей. Возврат. Типа с отменой бесплатно. А потом раз мне попадается вариант. 6,5, короче. Мы тут вот рады. Да. Я думаю, то, блядь, по 30 тысяч сегодня. Ну, только что-то сменилось. Ну, я понял. Это, видимо, не вернулось. А,
потом, когда карантин все эти дни начались, все недели еще не в октябре, и провели. И они, короче, решили, что типа, нам предоставляют задержку. Либо мы переносим на март, как должно было быть, как у нас эти дни, вот, в Москве. Короче, частично компенсация. На 23, то есть еще на 100% купить. А у меня было 90-100 баксов, 70 там запер, и 30 я брал, типа, как, ну, фото, типа, я фото всегда там, да. 100 баксов, блядь, 30 дела, ну, так. Ну, да. Я, как бы, все вернул. Ну, у меня получилось. Ну, и меня камера одели, что ли? Да! Не, ну, тем не менее, я, можно сказать, выиграл на курсе, когда я платил, евро был там где-то 30, понятно. Когда они не вернули по 35. Они не вернули по 35. То есть, ну, 3500 это на бронирование гостиницы. Кто не вернул, а где-то на самолет, там, как бы, так не вернулся, не хорошо, да? Перешел 15. Я вернул просто как бы на счет ЗР, что можешь следующий билет купить. А какая там шведская, не помню, авиакомпания, она вернула 100% больше. Ну, класс. Для чего вот эта коробка? Голубая. Это? Нет, справа. Это не теннисный корт. А, теннисный корт? Это теннисный корт. Мне кажется, тут что-то теннисный, когда... Что маленькая эта теннис. Когда-то давно там... Которые там заливали, все, готов был. И тут что-то маленький теннис заливали. Ага. Потому что там есть бортик такой. Коробка. Теннисный каток. Понятно. А потом... Когда уже выглядел на мои ноги, там такой теннисный корт, мы принимали теннисбол. Ага. А вот там 5 назад, седьмой метр, там уже команда играет, полный успех. Понятно. Мяч там кидает, все. Этапы деградации показаны. Вот эта трасса на билетку. Да, тоже было. Сюда на ветерана. Нагрузки никакой. Там их отбирать через село, наверное, направо по трассе. А влево через село. Ровно все отбирать. И магазины тоже нет. Чувствовали, но только тяжело. Мне понравилось на голубой вот этот бежать. Да, вот это мы берем. Только мы себе старый билет капком покладим. По тому этому. Да, это лесному хозяйству. Не, так не знаю. Мы попали в нос. Я там бежал, бегал. Там уже спит, вот который я бегал. Да. Ультратрейд. Да, там пало. Я первый раз в жизни ездил, вот прикинь, песок, глубина песка 30 сантиметров. Нога туда уходит. Нет, что на песке лужи, 20 сантиметровые. Я такого в жизни не ищу. Вы же знали уже. Тогда еще и плыл. Да, это было... Из таких новых мест мне понравилось. Когда Серёга делал трейл через деревню, через Светловодск. А. Через... Ухальщина. Светловодск, она двери чуть-чуть вам. Там по плавням, по всему делам. Но мне понравилось. А я не рискнул сейчас летать. Я пробежал в первое. Да, мне понравилось. Так само. В этом году делаем тренировку подобную.
крупного плана на пилип. 35 или 70. Подожди, на пилип города 30 уже будет. Так ты, я же говорю, 35. Ну да, и обратно, если по 70. Ну, что он по трассе может. Не, без трассы. А, без трассы, план трассы, да. Возьмем. Это такое считание место. Надо будет очень рано выбежать. Да. Я сейчас только на чатере купили. Ну это будет в конце августа. Так, температура. Заброшка. Да. Завода. Да. Завод спихает. Потому что зеленый пообещал, но до сих пор на словах. Как же эти заложили деньги? До контракта делали. Толкованная структура здесь. Да, да. То продам, то куплю. На завода туда. Видишь, там где работают, там и сидим. Да. Сейчас тут стоит вообще, наш наполовину. 3000 людей осталось, которые работают встречи. Это сталь. Нет, сталь вообще острее так. Вагонные это успела. 70 часов, по 100 часов рабочих. Вот здесь, да, все вокруг. Зависит. 1950 год. Сама пришла, где видят, где его могут здесь. Ты понимаешь, что они нужны. Ага. Я слышу, для этого делаю. Потом аварии, сходы. Да. Вот у нас на этой неделе в Мичуде. Да. По стекловоз еще. Еще много. Такая война была, да. Эти старые вагоны. То есть была, был разговор такой, что типа нахуя из рук вообще выпускать на дорогу. Давайте что-то делать. А там укажите. Я сюда ухожу, да. На своих мощностях, да. Будем ремонтировать. Да, и смысл все. Такой был, что типа безопасность, делать. Давайте лучше загрузим свои заводы. Свежего типа, металла, да. Сделаем типа не очень много, но хотя бы там обновим чуть-чуть. Они вместо того, чтобы эти снять, они наоборот не продлили срок службы. Ты старая развалюха. А знаете, бумаги. Еще типа 10 лет, типа ты можешь ездить. Потом ты бы себе делал, и катается. Нормально, зеленая, красивая. Просто в таких случаях, блин, не знаю, там, заводы потом. Просто все вот к тому, что наоборот, что старается плавно ставить. Приятнее. То, что помочь ему было. Сейчас заводов, предприятий, которые поступающие, помощники, это предлагают или живых осталось встретить. Остальные просто стоят закрытые, запакованные все. Вот о чем говорить. Это при том, что каждую неделю пишем 5 дней, смотрим, на этих премьеров, пидорасов, на министерство. На зеленый. Максимально как бы стараемся обратить внимание. При этом тоже все держит. Вот это создали кучу рабочих групп. Есть такая Федерация роботизации Украины. То есть все предприятия, которые более-менее движут, не только даже вообще. То есть собирают и пытаются поднимать вопросы, да, ладно. Они там много чего сделали. Даже со всеми этими делами
просто сейчас. Тупо обратная реакция. То есть, а вот проблема. Ну, я вам еще буду. Я вам. Такая вот цель. Все, что вокруг, это все ж. От кого это зависит. А тут чернет не переплавляют на этом выводе. Плавили раньше. Раньше, да, сейчас оно все стоит. Металлолом это, я думаю, лучше все достаточно в Украине. Какой у меня тянут. Там, не знаю, не буду писать, как оно вроде бы работало. Ну пусть, скажем, чуть-чуть работало. Потом, во время носить по домам, потом начнется отключать. Сейчас. Сейчас, если 1000 осталось, то это потолок из них. Так что постоянно работали. Ну, может, человек 150-200 работает. Остальные, ну, выйдите типа, там на инвентаризацию, понял? Да. Вот как муж сотрудницы. Он типа числится, ему где-то эти платят. Уже там чуть ли не 2 года. Он за эти 2 года на работу вышел. Там, не знаю, может, дней на 30. Вот. Вот такая вот хуйня, пойдем. Что там ничего не плавит? А все, что вот это в газетах пишут. Там КСЗ выиграл, там тендер. А там, блядь, тендер по объему такой, что можно было за 2 смену сделать, как бы, в лучшие времена. То есть, то же самое наше, но вот. КСЗ выиграл тендер, там 300 тысяч баллонов. Мы раньше могли 10 тысяч составлять за 2 месяца. А сейчас 300, они, блядь, пишут на всю, как бы, Украину, что-то здесь, да. Завод уже радуется 300, блядь. То есть вот такая вот обстановка. Я сейчас туда пришел, на ковер. На пол. Ага. А назад, блядь, тут карта, правда? Чуть не надо. Рисковать лежать. Я не было, когда мечтал. Вольный путь сейчас, если более... О, блядь. А вот они есть. Да. Я тут малые катались. Я в четверг бежал и в среду. Да, с этой стороны. Бежал. Ой, катались. Человек 8. Я смотрел недавно видео о технике спусков. Так у трейлайнеров там есть техника, где ты на жопе с таких спусков должен слетать. Типа на спусках опытные технари делают сильных бегунов, которые боятся. Вот видео, где чувак на жилых затрахе на топковой лопатке. И он так управлял охуенно тут. У него лопать в руках, то есть как руль. И пишешь на лопате у него 20 наводящих как бы фетик ответ. И он, блядь, только охуенно поворачивал. Тише на троплину, но один налетел. Ну, на один, нет, не летал. А один его чуть-чуть. А так, все как я там, на уровне пункта. Thank you.
Режем углы. Ковер деревья посадил. Деревья. Потычки. Ого, напор с трубы. А они, знаешь, этот... Сейчас, знаете, машина стоит, там вот туда. Там тупо крыса все завалит. А ты делай, там 300 метров вверх. Тупо валят вверх на дейв. Пешеходная плыть. Я уже его перерабатываю. Здесь уже половину высадил. Того ползни. Там, где всегда были непроходимые чащи. Идешь, лысая поляна. О, видно. Так и валит. Базарный день. Машины стоят. Играл на стадионе. Что? Играл на стадионе. Да, что, когда открытие было, я так был доволен, я думал, они синтетику посели. А как трава с такими кустами, пучками травы. То есть. Они потратились на все, на рождение. Самое главное покрытие. Только стыдя и забросить. Да. Малыш, какую. Да, посреди дороги. Я бегу, смотрю, ворон клюет. Ой, блядь. Думаю, ну, не может он какой-то мусор клювать. Бегу, 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 бегу. Подбегаю, думаю, или голова, или курица. Смотрю, а у нее внутренности там уже сдулись. Да не, вороны проклевали где-то на 7 сантиметров. Как ты не снимаешь, если мы добьем. Да при том, что
понятно, когда она появилась. И когда я бежал, было минус 4, то есть она свежемороженая. Ага. Даже при этом они уже успели ее покушать. И вот я еще где-то час бежал, возвращаюсь, треперочка лежит. Курицы нет. Просто самое удивительное. Собаки могли быть. На подходе ни одного пера нету. А вот именно где она лежит, там распада. Они могли, будь то животное, будь то что вот кто-то сюда вести. Там ни одного сектора нету. На улице не ходят. Куда она взялась? Сейчас 10 метров самый жесткий подъем. Потом более плавно. Километр это грабли. Я четыре добежал. Вот тебе и видно. Вот и видно. Сверху. По назад горы. О, сзади машина стоит, вот там курица. О, белая, блин. Угу. Доброжелатели. Да-да. Подкинули. Тут я в прошлом году сопровождал Смирнова и потерял датчик дорогостоящий. И знаешь, чисто повезло, на следующий день приехал, нашел там, на щебенке лежал. Срезался хомут, понял? С шатуна. Датчик частоты вращения. Женя легкий, залетает на горку. Да не, нормально. Ты имеешь в виду скорость включить? Не, я имею в виду по дыханию, я сужу, как Денис дышит и как ты. Я просто на голоду не понял. Сейчас легко прыгнул. Ого! Да плюс запизделся, блин. Ну да, ты же разговариваешь. Это плюс 30 минут. Да. Не, ну мне-то последнее 4-5 километров. Это вам еще бежать. Тут уже вниз. Да. А мне за ветром вниз. Дом видно отсюда уже. Ага. Я могу. Я еще 20 минут бежать. На прямки. Я за 2 часа встаю. Ставлю. Не, я 20 могу спокойно накопить. То есть вот это сейчас пока локдаун, отпуск. У меня режим совсем другой. Сейчас я проснулся часов 10. Чашку кофе. 10-15-20. Все ровно будет. Вообще. Ты даже можешь подскакивать. Не хуя, у меня. Сейчас будем бежать. Нет, это когда, конечно, сильно хотел. Будет сумасшедший. А так раньше сюда. Надо 10 пробежать. Встаешь, там за тройную порцию что-то схавал. Думаешь, блядь, 10 километров бежать. Ага. Надо ж подкрепиться. Потом, блядь. Так вопрос, за сколько до тренировки ты поешь по времени? Не, я же выходил за 3 часа. Ну да. Ты 100 метров? Нет. Пульс какой сейчас? А я сейчас без пульса.
зараз кричати не вмію. Для протикання давня, 138. Не 138. Не, нормально. Я бы сейчас заберу 5-4, 6-3. Вот. Ага. Детка, знаешь, как в это, в карете у папы Рик. Да, да, да. Один в один. Кто, не хули спустя жить? На бумер работаю. Асфальт. Или его тут и не было? Не-не, тут так не было. Вид хороший. Уже все, выполазил. Властелин горы. Ветер был один в один, тогда, когда я повернул на поле, он был еще сильнее, видишь, этот туман? Потом было два раза больше, только это было просто туман, а еще реально не было. Вот в такие моменты я вспоминаю людей, которые рассказывают про дорожки в поле. И вот ты утром встаешь, заставляешься на пробежку, да. И будешь под этим там ехать хочешь на соседе. Да, справа, да. Да, там. В общем, родители бросили тебя в лесу, я понял. Не-не-не, они все. Я так западной там говорю. Минуту потушу. Я смотрюсь. Это лес как нет. По асфальту. Ага. Ну такой асфальт еще до свалки. 2 километра. Там более-менее поровно. Женя хотел бы внутрь. Да. Если хотите километраж набрать, то еще 2-3 на работу. Ну, да? Да, ну что?
поворот направо до самой свалки. Где-то 1.5 километра. По хорошему маршруту. Давай, пока что вот нафиг. Да. Налево. Вот это видишь. Налево поворачивай, прямо. Это... А. А вот я тебе буду предлагать. Вот здесь, это вот налево идет. Ага. Там. Оно на тот периметр. Ну я так и планировал. Да. Там есть пару места. Хорошо. В Facebook не зайди на мероприятие Dave Cottrell, там в обсуждении эта карта есть. А, так. Сверх. Надо 10600 набрать. Это чисто по периметру. Это можно будет правильно. Если это будет... Это будет первый соревновательный мероприятие. Первый же? Нет. Четвертый. Не, ну... А, сейчас уже... 25 апреля. Будут немного в форме, да? Да. Кагамлык трейл, Сосновка трейл, Премьер трейл. Где это? Это четвертый этап. Кремний трейл видит. Все, мы Женю потеряли. Тут и выбегать от планировки. Оттуда. Да, то, что настолько налево. Резкий подъем, что я всегда просто умираю. Да. Там 30 метров настолько резкий, что блядь, там и длинный. Трусить не получится. То есть ты добегаешь до того места уже такой на, да, на изморе. А вот это самый резкий. Подожди. Это когда-то. 1 января бегал утром. Что это был снежный, короче, год. 1 января я поднимаюсь сюда, вот все вынес, короче, все сниму. Я, короче, выкладываю фотки. Не верю. Где-то здесь нашел. Они в смысле? Говорю, я надеюсь. Говорю, так снега нет. Я говорю, так ты поднимись. А я бегал, что снег хитра. И буквально там 12 дня, даже тут уже там на влаге снежал, поднялась температура, если уже не было снега. А 1 января утром я вот прибежал, вот просто охерел. Под каждым деревом попотался. Ага. Думаю, это так повезло. После того реально каждый раз делал поправку, что тут на 20 градуса холоднее, чем... Хотя сейчас не холодно. Сейчас вообще обычно. Особенно после минус 10, минус 15. Можно взять майки делать. Завтра забегал туда дальше, короче, там уже как железка тут забегать. Потому что забегу до места, сделаю там разминочку, может там поджимаю, там такое. Я, короче, раз было, что минус 5, то раз за телефон. А он, короче, на морозе с 80% до 8 упал за 20 минут, короче. Я, ёб твою мать. Там у меня музыка, бля, трекер, короче, все дела. Сейчас на телефоне. Я, бля, перчатку снимаю, телефон его. И я назад по 5 минут, короче. Прибежал домой, было 8%, осталось 7. А. То есть, когда в тепле. Ну да. Так. Продолжение следует...
я розвернув, чисто. Ага. Оце городська квалка. Ну, направлення, так. Направлення, так. Так, виходить, от як ми, где-то проходна, що ми на завод. Одні тільки там, так, ми паралельно где-то. Вот так. А якщо ми побіжемо прямо-прямо, вон квалка, і там починається, типа, так, лісні такі дорожки. То есть в этом направлении можно до Чечелева где-то там выбежать. Там где кладбище, там где железно. Да. Если ж можешь спутник выйти, то можно на хербе забежать. Да. Ну так смотришь, наверное, никак. Отвал уже не будет стоять. Тут, знаешь, допустим, на Кварковске или на Лосковске забегаешь. Вау, перед тобой говорят, все чаши, да. Хватает. Не знаю, мне что-то они не впечатляют. Даже тот же самый Чиколовский. Я как-то первый раз когда попал, первый раз я сверху, я первый раз вообще пешком, короче, у меня такая-то зима была. Я что-то долго думал, чем заняться днем. Короче, что-то дотянул, какие-то планы поменялись туда-сюда. Я думал, ну, знаешь, сделаю прогулку, короче, взял с собой там ВНД наборчик, типа, под чай. Взял рюкзак и пошел, короче, пешком. А чем тело рано, короче, я не рассчитал. Я прихожу, значит, захожу в карьер. Сверху. И смотрю, начинает засмеркаться. А я сам первый раз, да. Смотрю, там машины стоят, все люди там сразу ходят, скопать и летит. Человек, нужна охрана, какой-то. И я на самом верху, там, короче, хуже одет. В этих, блин, морозов, что минус 3. Я, короче, тут чай пока заварил, уже темно. Огонь, короче, меня здесь видно, наверное, отсюда. Блять, стоит охрана, я, короче, эту чай наварил и подпиздил оттуда. Это там не первое знакомство было. Второй раз. Слепую. Да, ну уже можно сказать слепую. Второй раз мы с чудаком поехали на великах. Поехали на великах. Было что-то, ну, тепленько, то ли май, что-то вот так. Ну, короче, заходим туда. А там ручейки-то, что погода не такая, как сейчас. Ага. То есть только снег начал светить, начало солнышко прибивать. И делаем шаг, а по сторонам все шевелит. Там где-то ящик. Там, короче, какие-то пузыки. Там еще что-то. Бля, мы спустились там вниз. А там, короче, габок. Ну, мы только там... Вот полчасика там пофоткались. А я, мне всегда интересно было... Вода, какая там вода, поможет мне там купаться или что такое. Ага. Смотрим воду, там с этой стороны как деревья, которые, знаешь, затащило. Вот такое ощущение, как будто... Как будто на дне растет дерево, и оно затоплено, и ты видишь, что это неверно. У меня такое помещение, я думаю, все, пока там пришел. А потом, смотрю, одни там с ночевкой были, вторые там на каяках, третья на этих лодках, на бордах. Ага. Думаю, это нет. Вот третья, а там, говорят, в 90-е целая машина приезжали. Может быть, я... Хозяевами. Я за это никак не скажу, но что-то все видел. Немцы заплыли, что за этим карьером. Буквально 100 метров, берег справа. Да, дивизия. С видом на Комсомоле. Вот там бомба. Ну тоже, мы там... Там все здоровенные такие булыжники. И там под ними столько всякой дымы. Что я тоже, мне кажется, там очень некомфортно, неспокойно. Так, поехать на велике, поглядеть и ехать там. И там же посередине Днепра остров. Да. И там же там братская могила, короче, памятник. А, ну, тем, кто форсировали Днепр. Я говорю, там страшно не стоит. Зато есть один карьер. На котором я был один раз, и мне каждый раз ходит сюда опять. Это Дырьевский. Вот там бомба. Где? Дырьевская там. Дальше. На Днепропетровской трассе. Опа. Вот да. Это 2 градуса. Шапка. На 2-3 градуса холоднее. Ну, в принципе, можно разворачивать там уже. Грунтов. А вид есть какой-то? Никакой, только справа стало. Это верхняя точка? Да. И тут сюда вход было, как уже ее загородили. Фотографировать это все. Короче, Дырьевский карьер.
тоже такая история была. Я, короче, дура собрал кулаков, велосипедистов. Говорю, есть карьера офигенный. Говорю, можно попрыгать с него в воду. Говорю, ехать туда вообще понты километров 20. Типа поехали. И тут чуваки так резко собрались, короче. Четвером. Едем, блин. 25 уже проехали. Да, прибежали. И на фетеле вот тут. Мутовка пошла, да? Вот это вот что? Тоже грязная. Вот это балка. Да, вот это. Просто туда уже не пройдешь, если баррикировать. Все, за финаль видео. Скажи про это место. Место, край света. Место очень такое депрессивное, но если побежать сюда, в направлении, можно увидеть несколько очень хороших пейзажей и выбежать в районе Чечелева. Чечелева, привет.